Hey, всем привет! С вами снова Вадим, и сегодня у нас минутка скетчинга. В этом видео я решил порисовать, наверное, в очередной раз персонажа из компьютерной игры Darksiders 2. Очень мне понравилась эта игра, и особенно то, каким образом она была выполнена художниками. В ней очень много красочных локаций, различных персонажей, детально проработанные враги, сам герой, окружение его настолько вот меня впечатлило, что я до сих пор использую эту игру в качестве эталонной для себя в рисовании персонажей, различных каких-то локаций и прочего. Поэтому, скорее всего, в минутке скетчинга я буду неоднократно к ней возвращаться и рисовать какие-то детальки. В данном случае я видео решил немножечко сделать ускоренным, вот, потому что несмотря на то, что сначала хотел сделать скетч, в итоге получился такой более детальный рисунок. Именно вот в этом изображении, да, меня привлекло вот обилие вот этих вот деталей, ведь изначально художник создавал с нуля, придумал все вот эти вот детали, все вот эти мелочи, и хотелось бы хотя бы чуть-чуть прикоснуться вот к этому процессу создания чего-то нового, да, и изучить как бы путь, изучить вот эти все детальки, мелочи, с помощью которых, да, вот этот персонаж выглядит настолько реальным. Поэтому я изначально взял, как обычно, два карандаша, жесткий для создания первичного наброска и мягкий, да, уже для финальной какой-то проработки, и начал, соответственно, выполнять свой скетч. А жестким карандашом очень удобно рисовать именно сначала первоначальные линии, какие-то делать там круговые движения, различные прям вспомогательные линии, не боясь нарушить какой-то общий концепт, да? Они помогают найти саму форму, помогают найти какие-то детали, там сами пропорции, да, персонажа. Вот. И когда уже более-менее сама форма построена, соответственно, мы можем уже брать карандаш потемнее, помягче и вырисовывать основные контуры, да, и какие-то детали намечать. Вот. Естественно, рисунок ближе похож именно на рисунок, а не на скетч, да, вот в данном случае, вот потому что я прямо увлекся, да, и вместо скетча углубился вот в такой более детальный рисунок, но тем не менее, да, такие обычные рисунки достаточно долго выполняются, и где-то вот примерно к этому месту, как вы сейчас видите, мне уже немножко поднадоело, я немножко ускорился и решил, в общем, перейти уже более в скетчевую такую манеру, да, в быстром темпе уже наметил просто детальки, накидал какие-то теневые области, добавил чуть-чуть штриховочки и, соответственно, вуаля, рисунок готов. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. До скорых встреч. Пока.